Сергиевом Посаде продолжается ремонт дорог. В частности, укладывают асфальт на улице Фабричной. Этот участок считался проблемным. Рабочие сделают дорожное полотно, поставят бордюр, нанесут разметку. Работы ведет подрядная организация «Викстрой». Параллельно в Сергиевом Посаде дорожники ремонтируют Карбушинский переулок и улицы Огородную, Новоогородную и Вознесенскую. Уже уложили асфальт на улицах Чайковского и Центральной, а также сделали подъезд к Троицкой Слободе. В начале июня дорожники планируют приступить к капитальным работам на Новоуглическом шоссе. С поставкой асфальта проблем нет.